А в Семее открылись бесплатные курсы по изучению английского для пенсионеров. Занятия проходят 2 раза в неделю в городской библиотеке. Пока их посещает группа в возрасте от 58 до 80 лет. Пенсионерки признали, что иностранный язык им жизненно необходим. И прежде всего, чтобы помогать делать уроки с внуками. Не отстают от бабушек и дедушек, и они осваивают азы компьютерного дела. По окончанию курсов пенсионеры получат специальное удостоверение. У меня внуки в Америке живут. Я поэтому хочу общаться и по интернету, на английском языке, чтобы знать английский язык. Ну, вроде получается. Хорошие преподаватели у нас. С нами так внимательно, доходчиво. Сразу хорошо объясняют нам, что и закрепляют.